Добрый день! Предлагаем вашему вниманию второй фильм из цикла, посвященного автоматизации основных складских процессов с помощью системы 1С ВМС. В этой серии мы разберем процессы отбора и отгрузки товара. Система 1С ВМС является совместным решением фирмы 1С и компании «Axelot». Она позволяет автоматизировать управление всеми технологическими процессами современного складского комплекса любого размера, от небольшого склада магазина до крупного распределительного центра или складов сырья и готовой продукции промышленного предприятия. Мы находимся в подмосковном городе Подольске, на складском комплексе крупнейшего в России интернет-магазина «Викимарт». Общая площадь склада – 5000 квадратных метров. Он работает в круглосуточном режиме и обслуживает более 1000 заказов в сутки. Кстати, ранее, до внедрения 1С ВМС, эта цифра составляла 400 заказов, что в 3 раза меньше текущего показателя. На складе одновременно хранится до 30 тысяч наименований товара. Часть товара принадлежит интернет-магазину «Викимарт», часть другим компаниям, партнерам «Викимарта», которые не имеют собственных складов. Внедрение 1С ВМС было призвано ускорить выполнение складских операций, снизить зависимость от человеческого фактора и обеспечить бесперебойную круглосуточную работу склада при увеличении объемов продаж. В результате внедрения 1С ВМС здесь был полностью автоматизирован складской цикл обработки товаропотока. Практически на всех операциях сотрудниками склада теперь используются терминалы сбора данных. Созданы новые рабочие места маркировки и приемки, которые состоят из стационарного компьютера, принтера печати этикеток и проводного сканера считывания штрих-кодов. Одна из отличительных особенностей данного проекта – маркировка каждой единицы товара индивидуальным штрих-кодом, который позволяет отследить поставщика товара, что очень важно для склада «Викимарт». Этот интернет-магазин предлагает к продаже как свои собственные товары, так и однотипные товары магазинов-партнеров, которые также хранятся на складе. В случае, если к клиенту попадает бракованный товар, относящийся к группе идентичных товаров, принадлежащих разным поставщикам, индивидуальная маркировка позволяет быстро определить поставщика и произвести замену товара. Кроме того, благодаря маркировке каждой единицы товара был качественно снижен риск пересортицы на всех этапах его движения. Другой особенностью проекта является то, что на рабочем месте, где осуществляется процесс приемки и маркировки, специалисты Axelot создали специальный интерфейс приемки и возврата. Это весьма актуально для Викимарта, который, как любой интернет-магазин, сталкивается с частыми отменами и изменениями заказов. Теперь клиент может сколько угодно вносить правки в свой заказ или даже отменить его в самый последний момент. Это не усложняет работу сотрудников склада, так как все решения о том, что доложить и что убрать из заказа, куда положить или откуда взять товар, за них принимает система. Теперь наглядно продемонстрируем, как с помощью 1С ВМС на складе компании «Викимарт» осуществляются отбор и отгрузка товара. Главная особенность процесса отгрузки на складе интернет-магазина «Викимарт» состоит в следующем. Здесь есть однотипная продукция, поступившая от разных компаний, партнеров «Викимарта». Поскольку каждая единица товара маркирована индивидуальным кодом, работник может взять любой подходящий товар с набором параметров, указанных в заказе. В системе хранится информация о заказах на отгрузку товара. Все они поступают из корпоративной системы в автоматическом режиме. Далее заказы также в автоматическом режиме объединяются в рейс, то есть в группу товаров, которые отправляют на одной машине. В 1С ВМС предусмотрена возможность переформатировать заказы до момента отгрузки. Для интернет-магазина, заказы в котором достаточно часто отменяются и изменяются, эта функция очень полезна. Один рейс могут собирать как один, так и несколько сотрудников. Также предусмотрена возможность одновременного сбора нескольких рейсов одним сотрудником. Рассмотрим более подробно процедуру сборки заказов. Для каждого рейса в зоне сборки заказов предусмотрено отдельное место. Работник берет пустую палету и получает на терминале сбора данных задание на отбор, которое будет выполнять. Система выводит на терминале информацию о том, в каком месте и в каком количестве находится товар. Интересно отметить, что на складе «Викимарт» работают со смешанными ячейками.
В данном случае это оптимальный вариант, поскольку количество наименований товара на складе огромно, а его площадь невелика. Работник подходит к ячейке, сканирует ее, и система указывает ему, сколько товара он должен взять. Если работнику сложно взять товар из данной ячейки, например, потому что в ней много другого товара, то он имеет возможность с помощью системы определить, где еще находится нужный товар, и взять его там. Также легко с помощью 1С и ВМС осуществляется и процесс отгрузки товара. Готовый к отгрузке товар сканируется, после чего он считается отгруженным и списывается с остатков. Подведем итог. Внедрение системы 1С ВМС на складе интернет-магазина Викимарт позволило обеспечить его круглосуточную бесперебойную работу с увеличением производительности, упростить выполнение всех складских операций, уменьшить роль человеческого фактора и увеличить количество обрабатываемых заказов в 3 раза. 1С ВМС – система, дружественная конечному пользователю. Новому работнику, приходящему на склад, нет необходимости изучать номенклатуру и вникать в особенности работы системы в течение длительного времени. Он получает краткий инструктаж и сразу же приступает к работе. Система была внедрена в рекордные сроки. Со старта проекта до ввода в эксплуатацию прошло всего 3 недели. А вот по этим ссылкам вы можете посмотреть другие фильмы из цикла выполнения основных складских операций с помощью системы 1С ВМС.